включай. И смотри, кто едет. Вот тут стоим. Видишь? Машины в зеркало. Видишь, откуда они едут? Ага. Вот их и пропускаем. Пошли. Не трогай поворотник. Вот выровни машину, а теперь выключай. А то ты не успеваешь машину выровнять, еще у тебя руль выкручен, да, а ты берешь и теряешь дорогу из-за этого. Знак какой видишь? 40. До каких пор мы будем ехать? Где он? Дальше. А знак главной дороги не отменил? Что-то меняет? Я тебя не говорю, я тебя спрашиваю. А, ну да. Что да? Отменяет. А с какого перепугу? Нет. Значит, мы едем вот тут. Ну, по-хорошему, вот он слева. Вот это? Да. Что, серьезно? Ну, конечно. Если не серьезно, а значит, едь дальше 40. Я не знала. Я почему-то всегда по правой стороне. Тихо, тихо, тихо. Ты же посмотри, прежде чем объехать. Вправо опять уйди. Слева тоже перекрестки, не обязательно только справа. Ты что? Вот еще один перекресток, где слева. Вот тебе справа, что это у нас? Ну, по сути, тоже перекресток. Хотя там тоже фиг поймешь. Скорее всего, это заезд. Перекресток. Слева было два необозначенных перекрестка. Подъезжай близко, ты же потом не перестроишься из-за него. Стой, не надо к нему больше подъезжать. Крути руль, крути руль. Ты чем ближе к машине подъедешь, тем тебе тяжелее будет выруливать, конечно. Чем дальше ты встанешь, как говорится, будем считать, что это нам, для нас препятствие. Чем дальше встанешь, тем легче рулем работать. Вот и все. Поехали. Не спим. Здесь маршрут уходит на улицу Воронежскую на этом перекрестке, а может быть прямо ехать дальше. Вот поехали пока прямо. Ты смотри внимательно. Делаешь? Куда ж ты так? Поехали, нельзя. Ты обращай внимание на дорогу, что находится слева, справа, сверху, снизу. Ты же водитель. А так до последнего лететь, и что это будет? Поздновато ты начала смотреть. ЖД переезд? Раньше чуть-чуть. Ты давай-ка собирайся.
выбирай место для остановки и остановись. Зеркало правое посмотрела? Угу. После того, как я сказала? Нет, до этого посмотрела. Поехали. Поехали, что ты? Смотри, автобус будет сейчас останавливаться на автобусной остановке. Твоя задача включить поворотник. Дать преимущество проезду, кто едет слева от тебя. Очередность. На регулируемом перекрестке поедем направо. Сразу обращая знаки, что здесь, да, пересекают трамвайные пути. Для этого ты должна убедиться. Ну не то чтобы повернуть, а полностью все должна видеть. Все должна видеть. Перекрестки поедем налево. Вот зачем ты разгоняешься, а потом тормозишь? Нет. Во-первых, какой знак там был? Уступи дорогу. Уступи дорогу. И стоп. Ну, а ты... Я остановилась. Посмотрела. Ты остановилась. У тебя колеса остановились. Ты полностью остановилась. А, полностью нет. Движение я как, без Я как бы притормозила. Ну, вот как бы ты притормозила. Тихо, тихо. Ты, во-первых, смотри, скорость разогнала. При наличии такого знака... Надо остановиться. Полная остановка, конечно. Остановилась, зафиксировались колеса. Поехали. Как на эстакаде упражнение. Ты спустилась, должна остановиться, зафиксировать, да? И поехали. Начать движение. Здесь то же самое. На перекрестке направо поедем. Ты сместилась в правую полосу без указания поворота. Ой, никогда я уже повела. У меня проблема с этими поворотниками, да?
Нет у тебя проблемы ни с чем. Потому что ты забываешься. Я их то рано включаю, то вообще про них забываю. Надо поворачивать. С этой. Ну вот. А я что, опоздал? Ты а, там уже сплошная. Ты не опоздала, ты проехал. Поехали прямо. Поехали, поехали, не спи, все. У тебя нет возможности здесь развернуться. А там есть. А что там? Тебе нужно было здесь уйти. Сначала изначально тебе надо было, когда мы ехали в то обратном направлении, повернуть. Ладно, развернулись и опять ты его. Это заколдовано вот для тебя, да? Ага. А мы сейчас развернемся и вернемся. Где тут? Вот это смешное. Ой, там вообще все. Что ты хочешь там увидеть? Сиди спокойно. Чтобы развернуться.
Не развернешься ты здесь. Здесь нет. Вон докуда, да, идет? Тебе не хватит здесь полосы встречной, чтобы развернуться. Разворачиваться. Ты же даже на какой полосе двигаешься? Ты чего? Сама же сказала, мы сейчас развернемся. Все, и поедем. Крути рулем, работай. Бочину его бей вот такой. Я даже бы не тормозил, честное слово. Да, сразу же. Я не тормозил. А он вообще почему? Я больше тормозить не буду на перекрестках. Въедем, значит въедем. А ты внимательно смотри, ты поворачиваешь. Ты же обращай внимание, что тебе кто-то угол режет. Ты его даже не видишь. Не видишь. А зачем он так сделал? Это уже не ищи в этом смысл. А-а-а. Ты ищи смысл в своих действиях. Конечно, нужно же притормаживать. Ну, видишь, он уже нарушает. Он режет угол. Пункты даже там ПДД, по-моему, ну, да. 8.7, что ли, 8.6, не помню. Надо смотреть. Вот честное слово, если бы чуть было, сейчас бы было. Нет, я даже не собирался тормозить. Ты скорость превышаешь. Потому что только так можно научить других людей соблюдать ПДД. Да. Только материально. По-другому они вообще не понимают. Берут, подрезают для чего-то. Ну, видишь, что мы учебка, а дальше-то что? Ну, да. Мы должны уверенно ездить, мы универсальные солдаты. Нет, зато... Которые сразу же родились, да? Зато да? На нас могут говорить, что мы плохо, неадекватно учим. Да. Неадекватно едем, агрессивное вождение. Где же агрессивное? Мы просто решили развернуться. И две машины нам... Первая успела, вторая тоже успела. Но чуть было не было. Сплошная линия разметки. Поехали прямо. Не попадаем мы в этот перекресток. Ну вот не хочешь ты сюда ехать и все. Ну это вообще просто смешно, если честно. А что сейчас нам мешало? Я не знаю, что тебе мешало. Тебе мешало заблаговременно занять крайнюю правую полосу. Да, я потом уже, да. Ну потом. Потом суп с котом. Ну, я как-то в том видео, тетя Люба, она с перекрестками. Тетя Люба сдала экзамен, причем она очень хорошо сдала экзамен. Да. Я как на том видео. У тебя будет свое видео сегодня. Какое? Вот это, заколдованный перекресток. Заколдованный, да что ж такое? Это... Выбирай место для разворота. Не гуляй по полосам. Посмотри прямо, обочина, 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 раз, и где грузовик большой встречный, ей там поворот какой-то есть, видишь? И
где автобус он едет. Включай поворотник. Заблаговременно это нужно делать. Мы в крайней левой полосе. Давай, 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 крути его. Мы больше так не делаем на скорости. В зеркало обрати внимание. Кого? Что? Никого не было. Никого? А. Ну и поворотника тоже не было. Я не включила поворотник, это... Ну ты ушла на прилегающий, можно сказать, на прилегающий территорию, что я даже не успел обратить, что там, внимание. Прилегающий территорию, перекресток там был, и просто заезд. Это уже в зеркало смотрел. Ты если когда на дороге разворачиваешься сразу в правую полосу, это одно. А ты ушла с проезжей части, по которой мы двигаемся. Возвращалась без поворотника. Задачу знаешь? Да, повернуть налево на перекрестке. Четвертая попытка. Инспектор дает всего лишь одну попытку. Одну команду, да. А тут-то куда? Сюда заезжать можно? Да, конечно, можно. Но не нужно. Но не нужно. Потому что это сплошная линия разметки. Вот сюда, вот сюда. Ну, в зеркало смотри. Никого? Ты что чудишь? Никого нет. Теоретически туда можно заехать. Фактически, вернее. Угу. А теоретически там нельзя. Там же потому не что ты же теорию изучала, но... даже. Сплошная линия разметки. Для чего она нанесена? Чтобы ее не пересекали. Это не как в той поговорке, да, принципы нужны для того, чтобы их нарушать. Едем? Ну, я думаю, что да. А что КамАЗ? Что КамАЗ? Он тоже едет. Пусти меня. Ну. Ты куда едешь? Мы сейчас за пределы перекрестка уедем. Не, я не дальше не поеду. На свое время. Поехали, поехали. Я уже боюсь тебе поднять, что-то говорить. Несвоевременная подача сигнала светофора тоже является ошибкой. Все? Ускорим пополам. Хотя сложного-то ничего не было. Ну да. А больше невнимательность. Да. Это у всех. Решает. Какие проехали? Остановка запрещена. Два штуки. А еще? А что? Какие там остановки две запрещены? А что еще будет? Больше никаких знаков не было? Я не видела больше. Я кроме вот этих крестиков больше ничего не видела. А нолики не видела? Какие? Никакие там нолики? Ну не там видела. Нет. Точно? Там может быть такой знак интересный быть? Четверочка и нолик с ним. Ну это 40. Да. А я держу. А, нет. Сколько ты держишь? Ты даже и не видела, говоришь, этот знак. А сейчас говоришь, держишь. Он вначале там стоял 40. Я его увидела, как бы держала. Нет. Ну там чуть-чуть превысила. Налево поедем. У тебя знак, видишь? Уголовый. Направление. Выезжай, пожалуйста.
посмотри, где разметка идет дорожная линия. Поехали. Тут у тебя еще место выезда есть. Еще. А, стой, вот, вот, стой. Ага, все, вот это. Увидела, круглый, да? Да, увидела, да. Все. Ай, автобус. Не, ну если автобус для тебя не препятствие. Сейчас вот это синее биби проедет, да? Поехали. А, это мне уже что? Да, конечно, тебе. Остановка, как видишь, знак. А можно тебя спросить? Что ты стоишь? А я не знаю. Жду, когда эти тронутся. Ну жди. Тебе повезло, что он поехал. Соберись, пожалуйста. Да я вроде собрана. Да? Да. Ну ладно. Вот почему не любят за автобусами ехать, а? Кто не любит? Ну, может быть, я. Левее возьми, а то мы сейчас зеркала от него сложим. Ну, они же останавливаются. Они встали, я встала. Ну. Господи. Да стой уже, ты его уже решила пропустить, тогда пропускай. Но дело-то в чем? Ты вот так взяла, просто неожиданно остановилась, а ты в зеркала задние посмотрела. А если бы там машина бы тебе вплотную бы к тебе ехала бы? Поворотник ты здесь не включила. Левый ряд переставилась. По возможности запомни. Едешь, ты ж смотри, господи, что ты делаешь? Опять этот автобус, ты что мне сегодня за наказание такое? Тормози, раз увидела. Видеть и что-то выполнять — это две разные вещи. Но пользоваться нужно одновременно. Наверное.
думаешь, можно было? Да. Там была свободна. Зеленый горит. А как думаешь, почему тебе посигналили? А потому что я стояла, тронула и тупила. А мне так и пипикали, когда я ехала на мазь. Со всех сторон. За дорогой смотри. Поравнявшись с этим знаком, ты уже должна ехать. С той скоростью, которая указана на этом знаке. А не так, что ты его проехала и равняешься с ним. Конечно, так 20 и не едешь до сих пор. Слева перекресток. Все, мы его проехали. Слева посмотри голову налево, чтобы ты видела, а не просто слышала.